На территории Бурлинского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Цель ОПМ – профилактика дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности дорожного движения. С 9 по 11 июля на территории района была усилена работа сотрудников полиции, которые провели рейдовые мероприятия на дорогах. Соблюдение водителями требований правил дорожного движения всегда уделяется особое внимание. В ходе рейда была осуществлена проверка водителей авто на предмет соблюдения правил дорожного движения. Проведена работа по предотвращению нарушений правил обгона, движения по встречной полосе, вождение в состоянии алкогольного опьянения, маневрирование, использование ремней безопасности, наличие детских удерживающих устройств. На территории Бурлинского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Его цель – недопущение дорожно-транспортных происшествий. В результате профилактических мероприятий за два дня в районе выявлено 84 нарушения правил дорожного движения. Среди них выявлено два случая управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, обнаружено несколько фактов управления транспортным средством без использования ремня безопасности. В отношении правонарушителей были применены административные меры. На сегодняшний день нами было выявлено два факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в отношении которых судом было вынесено административный арест на 15 суток и лишение водительского права на 7 лет. Также на территории Бурлинского района проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению лиц, управляющих мопедами, мототранспортом, в отношении которых тоже составляются административные протоколы и выдворяются на штрафстоянку. Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» продолжится и в ближайшие дни. В этой связи сотрудники отдела полиции призывают жителей района строго соблюдать правила дорожного движения и требования действующего законодательства. Майя Амирова, Жайнагуль Жиңсқызы, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачиганак».